Образующие – это не пафос, не гонор, не величие мания. Это труд, характер и образование. Перекресток идей, спорт богатства и силы. Нижняя точка опоры, она сдвинет Россию. Бельские студенты, представители молодежной организации «Новое поколение», наводят мосты со сверстниками из Нижнего Новгорода. В четверг они приняли участие в студенческом празднике, на который съехалось свыше 300 первокурсников из всех вузов Нижнего Новгорода. Проведение праздника, инициированного студенческим сообществом «Волонтерский корпус НГТУ», даст старт молодежной гражданской инициативе «Праздник делаем вместе», направленной на развитие добровольческого движения. Она была представлена в Сочи на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов и вызвала большой интерес у иностранных гостей. Представители Беларуси, Молдовы, Израиля, Боснии и Герцеговины выразили желание принять участие в аналогичных проектах и приехать в Нижний Новгород для обмена опытом. В этом нижегородском празднике любви Отечества Кабминин этот праздник проводится в рамках патриотического движения, в рамках волонтерского движения Нижегородского государственного технического университета, в рамках развития дорожной карты, развития ОПО Федерального опорного вуза Нижегородского государственного технического университета. Огромную благодарность хотелось бы выразить организаторам данного мероприятия. В первую очередь это Ане Малиновской, которая пригласила нас, мы с ней познакомились в Сочи, и действительно пригласила нас на этот замечательный праздник. Александру Юрьевичу Ушакову, который способствовал нашему прибытию, встретил нас и разместил. Ребята принимают участие в познавательных и сплачивающих мероприятиях, знакомятся с инициативами нижегородского студенчества, а также получат личные книжки добровольца «Мининский призыв». Участие бельской молодежи в российском студенческом празднике стало возможным благодаря соглашению о побратимстве между муниципием и Нижним Новгородом. Мы видим наглядные плоды данного договора. Множество ребят уже обучаются в Нижнем Новгороде. Уже неоднократно делегация из Молдавии приезжала в Нижний Новгород. Делегации из Нижнего Новгорода приезжают в Молдавию. Взаимоотношения крепнут, и дружеское отношение становится все лучше. Мы заводим все больше добрых и отзывчивых друзей из Нижнего Новгорода. И надеемся, что нижегородцы такого же мнения о нас. В завершении праздника студентов ждала настоящая солдатская каша и горячий чай.